Хочешь централизованного газоснабжения? Выясни, к какой группе заявителей относишься. Первая – льготная. Максимальный расход газа на объектах 15 кубических метров в час. Вторая – максимальный расход газа менее 500 кубических метров в час. Третья группа – расход газа более 500 кубических метров в час. Возьми документы, иди в газораспределительную организацию и подай заявку на подключение газа. Получив технические условия, в течение 30 дней заключи договор с организацией. На выполнение мероприятий, предусмотренных техническими условиями, дается не менее одного года.